Всем привет! И сегодня мы поиграем на сервере Funny World в режиме Skybox. Ну вот, я тут немножко позаписывал, и у меня получилась вот такая башня. Это я ее недавно сделал. И немножко вот такая дорожка для деревьев. Чтобы здесь деревья росли. Ну... Сейчас я задумываю, где задумываю, как мне дом построить. Вот как мне дом построить, а? Вот скажите мне. Как мне построить этот дом? А, сейчас покажу вам эту башню с высоты. Ну вот. Как бы можно отсюда любоваться на мой остров, там все такое. Я вот думаю. Дом. Вот я представляю дом, что у него будет... крыша из листвы. По бокам так. Опора будет из булыжника. Хотя нет, не из булыжника. Из булыжника будет... Можно тогда булыжника мне добыть. Ладно, тогда проверим. О, уже 14. А если еще раз? О, да. А еще раз? И еще раз. Что-то не работает. Ладно, придется добывать ручную. Ну и вот, думаю, я добыл достаточно уже булыжника. Ну, стак. Так, в сундуке у меня вроде его нету. Возьмем листву. Будем тогда строить дом. Сейчас нанесем опору. Например, будет вот такая. Главное, это симметрия. Обожаю, когда дома из симметрии. Раз, два, три. Угу, все правильно. Думаю, такой дом сойдет тоже. Ну-ка, поглядим-ка мы. Высока. Ой, в другую сторону. Знаете, на что похоже? Похоже на несимметричность. Вот так. Ну, теперь похоже на, если вот под таким углом посмотреть. Знаете, штучка такая деревянная, которая для грибного супа-то еще. Из грибов-то, которые делаются. Ну вот, вот так же похоже вот на вот эту миску, да, чашку. Тогда сейчас сделаю вот. Ну вот, что-то в этом роде. Ну, вроде домик нормальный. Хоть и не очень такой красивый, но нормальный. Jobs info. Fish. Крафтсмен, брю, энчант, репэйр. Да не знаю на кого. Крафт? Прикольная профессия. Ну вот, всего лишь за 3 серии у меня получился вот такой остров.
А, покажу, какой он снутри. Вот такой. Можно так смотреть на звезды. Можно лечь так. Полежать на гамаке так. Ну ладно тогда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Никита. Всем до скорой встречи. Всем пока.